А зависть была среди коллег? Коллектор все время зависть была. Когда, особенно когда я получил Театр Луны новое издание, которое не сам уже построил, но с моим участием, так скажем. Потому что все это наполовину было, стояло без крыши, без дверей. И когда я пришел, мне выручил Лужков еще был тогда. Вот, когда он просто дал денег, и все, и он: «Сергей, вот я верю в тебя», там, и так далее. У нас же мир такой, все завидуют, но как без этого? Он двигатель в артистическом мире, зависит. Хорошо. Кому Проханов завидует? Ну, я завидовал хорошим артистам и завидовал, у кого есть такой крестный папа, так я все время писал об этом. То есть, когда Никита Михалков, у кого-то есть, там Эфрос в театре был, так сказать. Ну, вот они как бы покровительствовали, у них была своя группа. Я ни к какой группе, к сожалению, не принадлежал, поэтому решил создать свою. А вы сами для кого считаете были крестным отцом? То есть, кого вы открыли и крышевали, и по жизни помогали? Ну как, у меня там и первая линия, у меня такая фотография, может, потом, если надо, вам как ее отдам, где я сижу в автомобиле, они летали со мной на Луну, и чек 51-й линии популярных артистов в театрах. Все у меня там, как говорится, прошли через спектакли. Ну, а если так своих вырастет, так вообще Стычкин, Стоцкая, Тюльпан Хаматова у меня в первых, это же я ее вытащил от Бородина со второго курса, когда она ходила еще такой девочкой в трусиках. Вот, и я ее взял на роль Пятницы в Робинзоне. И она так лихо играла, и Фанта-Инфанта со Стычкиным. Ну, это была катастрофа какая-то, радость была. Как они вот разъединились, потом стали какими-то разными людьми. В смысле разными людьми? Ну, разными, потому что Чулпан у нас своя там, какая-то кровь у нее, Стычкин у нас по своей дороге пошел. Я вообще думал, что это вообще, как говорится, танцы под дождем будут. Помните, пара это вот такая, да, да, Шатастертовая. Это вот чума. Они вдвоем танцуют, из азартные, ну, это все. Но, к сожалению, они пошли по дорогам по своим, может быть, и к счастью. Вот, и полно. Кто только у меня не играл, ну, в курс, наверное, Джигурда, там все эти Ромашин Анатолий Владимирович начинал, там, Смирницкий, Ливанов, Кандуланин, 50 человек я назову точно.